Зимние покатушки. Некоторые настолько обрадовались выпавшему снегу, что устроили катание на санках даже за полночь. В социальных сетях опубликовали видео из парка «Долина Роз», где запечатлено, как группа молодых людей развлекается на заснеженных горках. Ролик собрал десятки комментариев. Каждый склон и холмик столицы в эти дни превратились в снежные горки для санок. Катаются на них все от мала до велика. Ну здорово, наконец-то дождались зимы. Дети в восторге, родители тоже. Все здорово. Слава богу, что у нас очень веселый народ. Все друг другу помогают, потому что какие-то детки даже не видели зиму. Очень рады, ждали с нетерпением. Пришел с сыном и женой. Мы пришли с одноклассниками. Даже если мы в 12 классе, выпускники решили немного развлечься. Очень рады, что идет снег. По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в столице термометры покажут плюс 2 градуса. В ближайшее время ожидается потепление. Дневной максимум достигнет 7 градусов выше нуля.